В Белгороде прошло заседание Совета территории 4-го округа. На нем председатели территориального общественного самоуправления, представители хозяйствующих субъектов, а также активные жители обсуждали насущные вопросы. У нас огромный дом. Ни один собственник этот дом не потянет. А было бы неплохо, если бы собственники предоставили деньги, а где-то администрация помогла найти нам соответствующую организацию, которая бы сделала у нас, например, крышу. Совет территории представляет собой организованный информационный канал, по которому информация о проблемах и запросах жителей оперативно поступает в органы местного самоуправления. Основная цель, чтобы люди знали, что о них заботятся, что они могут обратиться, что им для них постараются сделать досуг лучше, для ребятишек лучше, что они могут обратиться с любым вопросом, им помогут. Совет территорий – колоссальная вещь тогда, когда им умеют управлять, когда они все для людей делают. Он также является средством доведения информации от органов местного самоуправления до населения. Сегодня объявлено ряд конкурсов, которые связаны с благоустройством территории, которые направлены на улучшение качества жизни на квартирных жилых домах. Мы хотим везде участвовать, кроме всего прочего. Мы проведем на территории свой конкурс, выбрали комиссию, которая подведет итоги. Не забыли члены Совета территории и про День семьи, любви и верности. Подарками отметили старейшие и многодетные семьи округа номер 4, в их числе и семейство Вороновых, в браке 12 лет. Семья – это большой труд, также большая радость. Это любовь, прежде всего, уважение друг к другу. Спасибо большое за то, что пригласили нас на такой праздник. Поздравили, очень приятно. Наша семья вообще ведет очень активный образ жизни. Мы всегда участвуем во всех активных делах нашего города. И одним из таких активных событий для семьи Вороновых станет очередная спартакиада, организованная Советом территории округа номер 4 на следующей неделе. Она пройдет на стадионе детского образовательного центра «Луч». На сегодняшний день уже подали заявки 10 семей. Денис Тремоусов, Денис Бобков, Белгород Медиа.